После того, как атаковали резиденцию президента, надо было ожидать каждый день такого всплеска. Это неизбежно при том характере ведения военной операции, которая сегодня реализуется на просторах братской Украины. Я не раз повторял, еще раз усилий сегодня против нас, НАТО и американцы ведут полномасштабную войну. Полномасштабную, с применением всех сил и средств, огромных ресурсов, информационной атаки, ведут войну с самыми современными технологиями, подключив к этому и свои космические силы, и разведку, и танковые подразделения. И то, что они поставят самолеты F-16, у меня ни минуту нет сомнений. Распротив вас такая махина выдвинута, посчитайте свои резервы и возможности и выстроите прежде всего стратегию. Стратегия определяется главная цель. Главная цель сформулирована президентом – денацификация и демилитаризация Украины. Пока мы к достижению этой цели не продвинулись и на 5 шагов. Мы внесли 5 предложений, чтобы эти резервы были. И национализация государственной собственности, стратегических отраслей, и новая налоговая политика, и прекратить отток капитала, и все сделать для того, чтобы поддержать народные предприятия. Господа из «Единой России», почему вы не приняли ни одного решения для того, чтобы обеспечить победное наступление наших войск? Скажите, каким образом вы собираетесь, господа единороссы, обеспечить установку президента на эту победу? Вы ничего не делаете для мобилизации ресурсов, сплочения общества, полноценного диалога и честных выборов. Уже в новых территориях отдали команды, вот, кого хочешь, избирайте, только не пускайте коммунистов. Но там все воюют под красным флагом с нашивкой СССР. Мы расследуем все эти факты, разберемся. Но в истории человечества только у коммунистов есть победная война против фашистов. Каждый второй Красной Армии был комсомольцем коммунистов. Они победили. Эти пока топчутся на месте. Мы готовы помогать и поддерживать. Мы настаиваем на полноценном и честном диалоге и нормальной работе.